Привет всем! Мы сегодня в Виннипег Бич. Это вот озеро Виннипег. Одно из самых больших в мире. А вон там где-то и Руська с Анечкой бегает. Вода с ней холодная. Хотя тут многие купаются, но мы с собой купальные костюмы не брали. Вода где-то градусов 17-18. Но местные тут дети вроде купаются. Вот твой телефон, я как раз снимаю. Мой сдох. Анечка. Анечка говорит, ну что? Снимай для нашего канала, это будет на озере. Вот, я ее снимаю. Как ты на озере ходишь? На озеро Виннипег. Самое огромное озеро. Ну, не самое, ну большое одно из самых больших. Где-то пеликаны вроде говорят, народ летает. Смотри, смотри, это пеликан. Это пеликан. Точно? Не знаю, видно, тут солнце свечит, видно вам или нет, но там где-то пеликан летает. Прикинь? Пеликан. А вот мой склад камней. Твой склад камней? Народ плавает на лодках. Вот по дороге с озера Виннипег нашли какую-то огромную утку. Смотри, какая здоровая утка. Ничего себе. Ого. Какая утка. Какая-то Mallard Duck, Mallard утка. Я не знаю, что это. Может, вид какой-то утки? Я тоже. Дата стоит. Мне она очень нравится. Ага. Такая большая. Это такая маленькая, по сравнению с той уткой. Похоже? Да. Похоже. Куда еще ставочек рядышком? Мостик.